Всепобеждающую силу юмора демонстрировали в Доме дружбы. В Махачкале прошла полуфинальная игра Дагестанской лиги КВН. За звание самых веселых и находчивых боролись 6 команд. Это студенты и представители нескольких городов республики. Оценил искрометные шутки юмористов и наш корреспондент Шамиль Махмудов. Он расскажет, кто попал в финал. Искрометный юмор, смех зрителей и бурные аплодисменты. На один день зал Дома дружбы стал эпицентром веселого настроения. Виной тому полуфинал Дагестанской лиги КВН. Что-нибудь запрещенное имеется? Нет. Как нет? Я же вам час назад подкинул. А что мы тебя час будем ждать, что ли? За попадание на главную игру сезона боролись 6 команд. Все они прошли долгий путь и не собираются останавливаться на достигнутом. Все коллективы, которые будут представлены на сцене сегодня, которые были представлены на сцене в последующие годы, были задействованы в Дагестанской школе КВН. У нас есть чемпионы региональных лиг, ребята, которые выигрывали Лигу Кавказ, Лигу Реал в городе Салихард, Ямало-Ненецкий автономный округ, Лигу Азербайджан, Кубки губернаторов Ставропольского края, главы Новороссийска. В общем, и за последних 2 года около 18 региональных трофеев. Зубы выпали? Нет. А что со здоровыми зубами пришел тогда сюда? Каждую удачную шутку публика встречает смехом и аплодисментами. Но тех, кто пройдет в следующий этап турнира, выбирают не зрители. Члены жюри, в составе которого известные КВНщики, выносят свой вердикт. Эй, Расул, ты как с нами разговариваешь? Имею право, у меня вообще-то в Махачкале свой клуб есть. Ой, что, как? Не знаю, пока фейс-контроль не могу пройти. По итогам полуфинала ни одна команда не осталась за бортом турнира. Это значит, уже в декабре все они поборются за возможность поднять победный кубок над головой. А зрители, в свою очередь, снова окунутся в атмосферу клуба веселых и находчивых. Шамиль Махмудов, Расул Дибиров и Хаси Газиамарова. Время новостей.